Здравствуйте. Вы смотрите передачу «Об этом стоит узнать». Веду ее для вас я, Петр Горохов. А гость нашей сегодняшней программы – благочинный церквей Одинцовского округа Московской епархии протоиерей Игорь Нагайцев. Батюшка, здравствуйте. Добрый вечер. Мы работаем в прямом эфире, и у вас есть хорошая возможность позвонить в студию по телефону 495-508-8684 и задать благочинному напрямую свои вопросы. Отец Игорь бывает у нас в гостях каждый последний четверг месяца, так что случай пообщаться с ним представляется не так уж и часто. Ну что ж, батюшка, хотелось бы начать с того, какие события ноября, на ваш взгляд, были для нашего округа Одинцовского наиболее важными, наиболее значимыми. Округ большой, событий происходит огромное количество. Ну и, естественно, среди них есть более важные, менее важные. Вот если пройтись по наиболее важным, чем жил наш округ в ноябре? Ну вот в начале ноября, 4 ноября точнее, было совершено освящение часовни, которая находится в Голицыно, которая была построена в память о всех погибших пограничниках. Также в ней будет совершаться богослужение и о ныне здравствующих людях, которые защищают границы нашей Родины. Освящение проходило при большом стечении народа. На мероприятии присутствовал и даже замминистра иностранных дел Олег Владимирович Сыромолотов. Присутствовала дочь легендарного пограничника Матросова. Вот этим событием мы начали месяц ноябрь. Далее, конечно же, был День полиции, в котором также духовенство активно принимало участие, потому что достаточно хорошо идет взаимодействие между церковью и силовыми структурами. 19 ноября, как мы знаем, это день памяти людей, которые погибли на дорогах. Накануне также совершалось заупокойное богослужение в Георгиевском соборе. 16 ноября состоялось освящение особо опасных участков дорог города Одинцова. То есть представители госавтоинспекции совместно с духовенством проехали по основным магистралям. И там, где наблюдалось, скажем так, особые скопления несчастных случаев, эти участки были освещены. Мы надеемся, что это поможет. Конечно же, это вызвало большой интерес у автолюбителей, у пешеходов. Интересно будет потом статистику подвести и все-таки посмотреть, снизилось ли число дорожно-транспортных происшествий. Будем надеяться, что наша помощь тоже будет, и наш вклад в это будет реальным. И будем надеяться, что число дорожно-транспортных происшествий, особенно с пострадавшими, оно уменьшится. И, конечно же, весь ноябрь продолжалась подготовка к рождественским чтениям, которые проходят в Московской епархии уже повсеместно. Они проходят и в нашем районе. Как раз сегодня было открытие муниципальных рождественских чтений, 15-х уже в этом году. Вот такие основные события произошли в ноябре. Но это, наверное, основные события. Происходило много текущих событий, и практически все настоятели приходов, духовенство благочиния, оно общается в каждодневном режиме с прихожанами, проводятся праздники, такие как День Матери, праздники народного единства. То есть, в принципе, событий очень много, но вот эти, наверное, события одни из самых главных и значимых для Одинцовского района на протяжении ноября. Ну вот хотелось бы вернуться к такому вопросу, как освещение опасных мест. Я думаю, что это близко всем, и пешеходам, и автолюбителям. Тема, я думаю, в любом случае интересует любого практически жителя нашего Одинцовского района. Ведь всегда существовало такое понятие, как гиблое место. Да? То есть это не в наш век скоростей они существуют, они существовали и раньше. Действительно ли, причем место, где происходят несчастные случаи, без, казалось бы, всяких видимых причин, да, и видимость хорошая, и освещенность, и дорога ровная, и тем не менее, вот с регулярностью какой-то трагической происходят такие вещи. Здесь можно говорить о случайности, или здесь действительно могут быть какие-то выходящие за рамки понимания простого человека вещи? Вы знаете, на мой взгляд, наверное, такой вопрос все-таки комплексный. Почему? Потому что был один участок, на котором, к сожалению, очень часто происходили дорожно-транспортные происшествия с летальным исходом. Когда посмотрели старые карты, то увидели, что на этом участке раньше располагалось кладбище. Мы живем в Подмосковье, и здесь, к сожалению, к
кладбища были практически, ну, во многих местах, где сейчас проходят или дороги, да, или какие-то построенные объекты даже. Можно ли говорить о том, что это каким-то образом влияет на статистику о происшествиях на дорогах? Наверное, сложно сказать. Каждый для себя сам решает, да. Но, тем не менее, к сожалению, здесь, наверное, опять же, следует к этому подходить с осторожностью. И, конечно же, если человек будет проявлять большую осторожность по отношению к себе, садясь за руль автомобиля, и большую осторожность по отношению к пешеходам, то, наверное, тогда и дорожно-транспортных происшествий будет намного меньше. Поэтому в этот день, вот, когда вспоминались люди, погибшие на дорогах, особая проповедь была в отношении людей, которые на этих дорогах ездят, ходят, да, то есть являются участниками дорожной инфраструктуры. И, конечно же, к ним было обращение о том, чтобы они берегли свою жизнь, потому что все-таки жизнь – это дар от Бога. Мы с вами никак не заслужили, чтобы эта нам жизнь была дана. Поэтому это некий дар от Бога, и, соответственно, к этому дару нужно и относиться. Мы не имеем права так расточительно относиться к жизни, не только к своей, но и к тем, к той жизни, которая нас с вами окружает, жизни людей, которые являются, опять же, участниками дорожного движения. Поэтому будем надеяться, что, во-первых, и это поможет водителям быть более дисциплинированными, а потом, вы знаете, наверное, это вселяет некую уверенность. Потому что если человек видит, что некий участок дороги был освещен, то когда он будет передвигаться по нему, у него будет какая-то уверенность в том, что вот Господь ведет его по этому пути, и что все будет благополучно и хорошо. Это, наверное, уверенность даст ему силы, чтобы не превышать скоростной режим, да, чтобы пропустить пешехода на пешеходном переходе. Ну и, наверное, много-много чего еще, чтобы он, может быть, и не сделал бы в простой ситуации. Но вообще спокойные люди, люди, которые душевно, внутренне спокойны, они гораздо реже попадают в происшествия. Это факт, который, да. Который не требует, я думаю, даже от всего мы не требуем. Мы, к сожалению, да, в том состоянии, в котором садимся за руль, мы продолжаем же двигаться на автомобиле, который является повышенным источником опасности. И поэтому, опять же, мы продолжаем отвечаем. С кем-то спорить, с кем-то ругаться про себя. К сожалению, да, сейчас еще дальше. И мобильные телефоны вносят определенную негативную, да, тенденцию во все это. Поэтому будем надеяться, что все это будет влиять наше совместное действие по дорожно-транспортной обстановке, скажется положительно все-таки. Я напоминаю, что в нашей студии работает телефон 508-8684, этот номер. Вы можете позвонить и задать батюшке вопрос напрямую. Ну а мы продолжим. Хотелось бы вернуться к теме рождественских чтений, 15-е, юбилейные. В этом году что-то будет их отличать? Какие-то, может быть, в их проведении новые подходы появятся? Вы знаете, мы в этом году действительно решили немножко подойти к вопросу по-другому. То есть мы решили задать некий тон, да, и потом уже перенести эту работу на места, то есть в школы, в детские сады, другие учебные заведения. И вот сегодня в ДК Успенское, в селе Успенское произошло открытие наших рождественских образовательных чтений. Действительно, они 15-е, юбилейные. Тема нравственности, нравственность как залог будущего. Потому что в наше достаточно неспокойное время очень трудно найти опору для того, чтобы развиваться дальше. Очень трудно найти опору в жизни для любого человека. И, на мой взгляд, что при совместной работе педагогов и духовенства такая опора в жизни людей может появиться гораздо с большим, скажем так, уверенностью, что они именно на это сделают упор, чтобы продолжать свое движение вперед к Богу. Кто является участником основным рождественских чтений? Возраст, может быть, еще какие-то отличительные особенности? Основными участниками чтений, конечно же, являются директора школ, заучи, педагоги, которые работают непосредственно с детьми. Являются представители администрации, духовенства. То есть те люди, которые знают друг друга в лицо, что называется. Формируют повестку в нашем районе в том числе. Потому что вот на самом деле опыт Одинцовского района в некой степени это уникальный опыт. У нас за каждой школой муниципальной закреплен священник,
который по просьбе родителей или рука администрации школы приходит в школу для того, чтобы дать ответ на те или иные вопросы, возникающие у ребят. И, конечно же, он, опять же, по просьбе родителей или педагогов может участвовать в таких совместных мероприятиях. Поэтому здесь эта работа очень хорошо налажена, мы стараемся продолжать ее. У нас уже появляются просьбы и о работе с дошкольными учреждениями. И будем надеяться, что эта работа, опять же, будет продолжаться, и мы сможем донести до людей, вот даже на самом еще начальном этапе их формирования личности, какие-то ценности, которые впоследствии станут для них определяющими. У нас есть телефонный звонок, я предлагаю ответить на него, а потом продолжить наше общение. Здравствуйте. Добрый вечер. Представьте, пожалуйста, да, и задавайте ваш вопрос благочинному. Меня зовут Андрей, я из Одинцова. Могу я спросить вот у батюшки такой вопрос? Я совершил, скажем так, некий грех, ну, не тяжкий, а вот, и молился, чтобы вот как-то в душе, чтобы перед Богом как-то свою вину искупить. Но потом произошло так, что я также совершил практически такой же грех, к сожалению, большому. Я хочу спросить, вот как с этим быть? Спасибо за вопрос. Спасибо. Да, батюшка, грех совершен, покаяние за него, и потом... Ведь, в принципе, покаяние подразумевает, что человек понял, раскаялся и больше грешить не будет, да? И тем не менее, вот повторное, насколько это серьезнее, скажем так, чем просто согрешить и покаяться? Вы знаете, здесь очень вопрос, с одной стороны, он простой, а другой очень такой, он многогранный. Почему? Потому что все-таки покаяние, оно состоит из трех составляющих. Это осознание, собственно говоря, сама исповедь, и исправление. Только при трех этих слагаемых может быть достигнута цель. То есть человек может измениться. Если мы с вами, даже осознавая грех и приходя на исповедь, произнося его перед крестом и Евангелием, не пытаемся исправиться, то, в принципе, мы не достигаем цели. То есть, а если мы пытаемся исправиться, но не получается, вот как в случае с Андреем? Это очень важно, опять же, очень важно, чтобы мы с вами приложили все свои человеческие силы для того, чтобы победить в себе грех. Но человеческие силы достаточно сильно ограничены. Поэтому Церковь призывает обратиться к Богу с молитвой для того, чтобы Господь восполнил силы человека и дал ему возможность для борьбы с этим грехом. С этим конкретным грехом, потому что очень часто люди приходят на исповедь или просто в беседе говорят: «Я грешен во всем». Вот это неосознание своего личного греха, оно, к сожалению, ведет к не очень хорошим последствиям. То есть человек себя вроде бы и признает грешным, но делает это формально, юридически. Никак в его сердце ничего не изменяется. А все-таки покаяние – это исправление и изменение внутреннего состояния своего сердца, своей души. Что же касается Андрея, то все-таки надо понимать, что каким бы образом и как бы часто мы не совершали тот или иной грех, но каждый раз, отходя от креста и Евангелия после исповеди, мы должны быть четко уверены, что мы приложим все свои силы для того, чтобы не совершать больше этого греха. Но, опять же, это возможно только с помощью участия в церковных таинствах, это возможно только с помощью Бога. Поэтому мы борьбу с грехом должны вести не отдельно от Бога и от Церкви, а совместно с Богом и совместно с Церковью, посредством тех таинств, которые Церковь предлагает. Ну, в случае Андрея, ведь нет же такого понятия, что Бог махнул человека рукой и сказал: «А ты неисправимый грешник». Да? То есть все равно после греха должно следовать в любом случае, повторно или он третий, четвертый раз совершается. Вот, ну, ведь в принципе, как у нас у людей, да, когда человек прощает в первый раз другого человека, да, второй раз уже простить человека, другого человека за такое же там против него какое-то действие сложнее, да. Ну, а здесь, когда речь идет о взаимоотношении человека с Богом, прощение стоит просить, и ты его получишь после любого количества грехов, одинаковых. Если мы с вами это делаем от чистого сердца, то, безусловно, мы с вами имеем возможность для того, чтобы получить прощение от Бога в любом случае. Но необходимо понимать, что иногда люди, совершая тот или иной поступок, или намереваясь даже его совершить, сами для себя выбирают такое оправдание: «Я потом пойду в храм и покаюсь в этом».
Вот в этом случае это уже будет грех, который называется хулан Духа Святаго. То есть человек, по большому счету, согрешает, заранее надеясь на Божью милость. Да? Вот в этом случае он может этой милости не получить. Потому что все-таки Господь принимает раскаявшегося человека, а не того человека, который, скажем так, потребительски относится к той милости, которая от Бога исходит. Меня же все равно простят. Конечно, да. У нас, к сожалению, это очень часто происходит. Человек приходит и начинает исповедоваться. И, знаете, в конце, когда с ним священник пытается поговорить и каким-то образом ему помочь, ему человек отвечает: «Вы же не можете меня не простить». Безусловно, наверное, человеку это можно ответить, что от того, что мы совершим какие-либо действия, не значит, что тебя простит Господь. То есть у нас, к сожалению, отношение к таинствам церкви, оно очень формальное и потребительское. Да. То есть у нас приходят крестить, предположим, младенца. Крещение младенца совершается по вере восприемников, а сами эти восприемники ничего в вопросах веры не понимают. Да. У нас приходит, предположим, венчаться, стоит пара, которая желает, чтобы им церковь дала благословение на законный брак, но ничего абсолютно в вопросах веры не понимает. И так очень много-много еще есть вещей, в которых необходимо прежде всего разобраться. То есть подчас получается, что люди просят у Бога то, о чем они не понимают ничего. Соответственно, скорее всего, они получат благодать столько же, сколько у них есть понимание и веры. То есть именно в соответствии с верой человека, с открытостью его сердца и подается благодать. Даже если ему подастся благодати много, он не способен ее просто воспринять и в свое сердце вместить. Поэтому ему дастся именно столько благодати, сколько он может вместить в свое сердце. То есть механически сказать: «Господи, помилуй», и получить эту милость не получится. Вот здесь надо четко понимать, что ничего в церкви не происходит автоматически. Ничего абсолютно. То есть священник может прочитать не один раз, да, чин, допустим, какой-либо, а 10 раз. Но для человека ничего абсолютно не изменится. Он не получит ничего, потому что необходимо некое соработничество между человеком и Богом. А неким, вот, скажем так, некие посреднические функции себе несет и священнослужитель, который может сказать человеку, как необходимо это делать, может помочь ему это сделать, да, и может стать даже предстателем за этого человека перед Богом, то есть сам помолившись за этого человека, который требует помощи. Ну, что касается Андрея, возьму на себя смелость утверждать, что, мне кажется, судя по его голосу, он все-таки... Мне кажется, он, да. Он на правильном пути, и он действительно получит прощение своего греха повторного. Ну, и хотелось бы вернуться к такому вопросу, как собрание духовенства Одинцовского благочиния. Это регулярно проходящее мероприятие, и хотелось бы узнать, вот обсуждаемые на таких собраниях вопросы, насколько они открыты для мирян, или это келейно происходит обсуждение каких-то вопросов. Вот 20 ноября прошло такое собрание, если можно, тоже в нескольких словах о том, что там обсуждалось, какие вопросы сейчас бы вам хотелось еще раз напомнить. Ну вот, да, действительно, 20 ноября стояло собрание Одинцовского благочиния. Такие собрания проходят не реже, чем один раз в 3 месяца. Ну, как правило, не проходят чаще, примерно раз в месяц. На них обсуждаются какие-то общие вопросы церковной жизни, на них обсуждаются, скажем так, те поручения, которые давались на прошлом собрании, обсуждаются какие-то проблемы, возникшие в той или иной области жизни приходов. На нем присутствуют настоятели и духовенство всех приходов Одинцовского благочиния. В этот раз собрание проходило в Никольском храме села Сидоровское. И, конечно же, главной темой собрания было то послание, которое владыка митрополит огласил на собрании благочинных, которое проходило 14 ноября в городе Коломне, в Коломенской духовной семинарии. Достаточно пространное было послание владыки митрополита. Основные моменты этого послания были оглашены настоятелям приходов, доведены до их сведения и приняты к исполнению. Обсуждался также вопрос о восстановлении храма
в Мытниках, восстановлении храма в Талдовском районе. Сейчас проходит большая очень работа по восстановлению всех порушенных храмов. Их у нас осталось примерно 350 храмов, которые не восстановлены после определенного периода, когда шло разрушение храмов. Это в масштабах всей епархии? Это, да? В масштабах всей Московской области. Слава Богу, в Одинцовском районе таких храмов не осталось. У нас все храмы восстановлены, и строятся уже новые храмы, даже в тех местах, где никогда не было церковной жизни. Поэтому духовенство Одинцовского благочиния тоже стремится помочь тем благочиниям, где таких храмов еще осталось много. И мы ежемесячно перечисляем определенные средства на восстановление храма Христа Рождественского в Мытниках и в Талдомском районе. Также обсуждался вопрос о продолжении строительства многофункционального молодежного центра при Никольском храме села Луцино. Проект этот начался 5 лет назад. Рядом с Никольским храмом был выделен участок земли, и началось строительство большого центра, который бы мог принять достаточно большое количество молодежи и подростков не только в летний период. Там очень прекрасное местоположение храма, как некий лагерь летний, но также и в период зимний, в другие времена года. А также там планировалось, что возможно отдать часть этого помещения для духовенства, которое, возможно, лишено своих родных и близких уже. И для того, чтобы в старости за этими людьми ухаживать, возможно, было выделить им какую-то часть помещения, потому что они там проживали. Вот эти вопросы все обсуждались. Было принято решение единогласно о том, что центр этот будем достраивать. Несмотря на то, что сейчас достаточно сложная ситуация, но, тем не менее, все приходы выразили готовность помогать в строительстве, в окончании строительства этого центра. В принципе, вот такие какие-то главные вопросы мы обсуждали. Достаточно долго длилось собрание, 2 часа. Вот, но по его итогам было принято решение, что мы достраиваем центр при Никольском храме села Луцино. Также были приняты решения по поводу, опять же, предстоящих рождественских чтений, потому что все приходы у себя будут также проводить эти чтения, вот, которые, опять же, открытие которых общее было сегодня. Если брать основная часть рождественских чтений придется на декабрь. А вообще вот декабрь, если взять события декабря, которые запланированы, на что бы хотелось внимание особое верующих обратить? Может быть, какие-то интересные мероприятия? Ну, может быть, интересные не то совсем слово, но те мероприятия, на которых бы хотелось бы заострить внимание. Вы знаете, наверное, первое такое мероприятие, на котором бы хотел заострить внимание, это, конечно же, День людей с ограниченными возможностями. У нас он проходит 2 декабря. Безусловно, очень большая работа проходит с людьми, которые нуждаются в помощи. И большое будет мероприятие в Одинцовском районе. Но, тем не менее, мне хочется попросить людей, чтобы они просто вот оглянулись по сторонам и посмотрели. Там, где они живут, да, там, где они бывают, там, где они работают, может быть, есть те люди, которым нужна их помощь. И если хотя бы в этот день, да, человек поможет другому человеку, проявит тем самым любовь, уважение, то я думаю, что это будет очень полезно для самого человека и принесет радость тому, кому эта помощь будет оказана. Далее, 4 декабря, будет большой праздник, введение в храм Пресвятой Богородицы. Накануне вечером во всех храмах благочиния будет совершено богослужение, в самый день праздника. 6 декабря у нас День памяти Александра Невского. Это День воинской славы, День битвы под Москвой. В эти же дни тоже будет отмечаться. Все это будет тоже отмечаться и в храмах, и будут проходить и мероприятия, и по воспитательной работе с молодежью, и поздравления ветеранов войны. Также совсем скоро уже День святителя Николая, святого которого особо почитают на Руси.
один из престолов Георгиевского собора освящен в честь святителя Николая. У нас в Венцовском Благочине достаточно много храмов, которые освящены в честь именно этого святого. Ну и, конечно же, стоит отметить, что у нас сейчас идет Рождественский пост. Он начался у нас вот прошедший вторник, продлится до праздника Рождества Христова. Пост, хоть и многодневный, но не такой строгий, как пост Великий или Успенский. Поэтому вот такие основные мероприятия нас ждут в декабре, и мы находимся вот в таком состоянии ожидания праздника Рождества Христова. Ну, хотелось бы задать еще такой вопрос. Я думаю, что он несколько перекликается еще с тем вопросом, который задал нам наш телезритель. Да? У обычного человека, который не относит себя к числу серьезного церковленных, скажем, да, но считает себя, тем не менее, православным человеком, вот если перечислить несколько таких базовых моментов, да, это молитва, пост, послушание, посещение храма, на все времени, например, у человека не хватает. Но можно ли разместить хотя бы эти вещи по степени значимости, что самое главное, что менее важное, чем можно, ну, пожертвовать, скажем так, в кавычках? Вы знаете, единственное, чем надо жертвовать, это жертвовать собой ради других. Вот если вот опираться на этот принцип любви, то все остальное, что есть и необходимо для духовной жизни, оно приложится, безусловно. В любом случае, мы с вами очень часто говорим, что мы любим, да? Одно из проявлений любви все-таки это самопожертвование. Мы должны ради кого-то или ради чего-то жертвовать своим временем, да, жертвовать делами, жертвовать своим эгоизмом, да, ну и так далее. И, конечно же, располагать каким-то образом вот эти вот добродетели в каком-то порядке, наверное, тоже будет не совсем верно. А, наверное, главное человеку, который решил поститься, понимать, что необходимо выбрать для себя, с чем же он будет бороться в самом себе на протяжении этого поста. И выбрав что-то одно, попытаться изменить это в себе на протяжении вот этого периода времени. Некий недостаток. Некий недостаток, да, отрицательную сторону своего характера, да, то, наверное, вот это будет более верно и более правильно. У нас, понимаете, есть с другой стороны те люди, которые себя причисляют, опять же, к людям верующим, православным, которые, возможно, очень часто ходят в храм, но, тем не менее, почему-то не проявляют любовь по отношению к своим ближним. Это та же механистичность, наверное. Нарушают ту же главную заповедь, которая дана была Спасителем, это любовь по отношению к Богу, любовь по отношению к ближним. А есть люди, которые, возможно, не так пристально разглядывают содержание продуктов там, в булке хлеба, но, тем не менее, проявляют большую любовь по отношению к людям. Помогают детским домам, помогают престарелым людям, которые нуждаются в их помощи. То есть действительно проявляют любовь. Поэтому здесь, понимаете, здесь располагать каким-то образом в определенном порядке должен сам для себя человек. Все-таки. Но, тем не менее, необходимо помнить, что пост – это не простое воздержание от пищи, это все-таки работа над собой внутренняя. Молитва – это не просто вычитывание слов, которые написаны в молитвословии, это все-таки обращение сердца к Богу. И посещение храма необходимо не только для того, чтобы поставить свечу или заказать записку о здравии и упокоении. На людей посмотреть. Себя показать, да. Здесь все-таки необходимо свое сердце настроить на тот лад, который есть в храме. Необходимо все-таки прийти. И храм нам дает возможность для того, чтобы остановиться в этой быстро изменяющемся времени и быстро текущей жизни и понять, что же для нас главное. Наверное, вот так. Ну что ж, батюшка, спасибо за такое пастырское слово в заключение нашей программы. Время наше подошло к концу. Я надеюсь, что в последний четверг декабря мы также увидим вас в этой студии. Я понимаю, что декабрь, время достаточно плотное в вашем графике, но тем не менее будем надеяться, будем спасибо. Рассчитывать. Я напоминаю, что гостем нашего сегодняшнего эфира был благочинный церквей Одинцовского округа Московской епархии протоиерей Игорь Нагайцев. На этом мы с вами прощаемся. Всего доброго. До новых встреч на канале ОТВ.